Земля не планета. Планеты — это просто звезды. Солнце — не звезда. В гелиоцентрической модели Земля является лишь одной из 8 планет нашей Солнечной системы, каждая из которых, как говорят, является огромной сферой, похожей на Землю или шаровидным газовым гигантом, находящейся миллионы миль от нас. Утверждают, что Земля под нашими ногами вместе с этими 7 другими планетами вращается концентрическими кругами, эллипсами вокруг Солнца. Отсюда и термин «гелиоцентрическая». Ранее господствующая геоцентрическая модель поместила Землю в качестве неподвижного центра Вселенной с Солнцем, Луной, звездами и планетами, вращающимися вокруг нас, какими они и кажутся. В гелиоцентрической модели, хотя было бы более правильным назвать ее ацентрической, Солнце является только центром нашей Солнечной системы, одновременно вращаясь по спирали со скоростью 500 тысяч миль в час вокруг Млечного Пути, который постоянно движется со скоростью 670 тысяч миль в час от мнимого Большого Взрыва, запустившего бурное развитие творения в начале времен. В геоцентрической модели 7 планет были известны как блуждающие звезды, множество других звезд были известны как неподвижные звезды. Блуждающие звезды назывались так, потому что можно видеть их извилистые уникальные траектории вокруг небес, в то время как все остальные звезды остаются застывшими в их устойчивом групповом вращении вокруг полярной звезды. Блуждающие звезды также являются одними из самых ярких в ночном небе, и так как гелиоцентристы ложно утверждают, что Луна является просто отражателем света Солнца, также они утверждают, что яркий звездный свет планет является лишь отраженным в нашем направлении светом Солнца. Как уже было доказано, это геометрически невозможно, так как выпуклые тела не могут отражать свет таким образом. В гелиоцентрической модели предполагается, что блуждающие звезды являются подобными Земле сферическими объектами, находящимися несколько миллионов миль от нас, в то время как неподвижные звезды считаются очень далекими солнцами, похожими на наши, но расположенными несколько триллионов миль от нас, обладающие своими собственными солнечными системами и сопутствующими планетами, возможно, даже заселенными разумными инопланетными существами, такими как мы. Текущая официальная астрономическая статистика НАСА утверждает, что свыше 10 триллионов таких планет существует только в нашей галактике, а во Вселенной, по крайней мере, 200 миллиардов галактик. Таким образом, они утверждают, что Земля является лишь одним из 1 септиллиона планет во Вселенной. Наши современные астрономы представляют себе звезды огромными мирами или солнцами, некоторые из которых во много тысяч раз больше, чем наша собственная, и находятся на огромном расстоянии. Сэр Роберт Болл в своей «Притче ледникового периода» на странице 77 говорит о Сириусе, что он в миллион раз дальше от нас, чем Солнце, то есть 92 миллиона миллионов миль от Земли. Считается, что Солнце находится в более или менее продвинутой стадии развития, и что, вероятно, некоторые из них могут быть уже населены существами, подходящими для их сфер. Расстояние до нас считается настолько огромным, что, по словам сэра Уильяма Гершеля, свету некоторых из них потребуется тысячи лет, чтобы достичь нашего мира. Дэвид Уордлуд Скотт, Терра Фирма. Опять же, предполагается, что эти звезды расположены так далеко от Земли, что это расстояние почти неисчислимо. Цифры на самом деле могут быть написаны на бумаге, но в их чтении нет никакой практической идеи. Многие считаются столь далекими, что если бы мы со скоростью света, то есть более 160 миль в секунду, 257 494 км в секунду, то есть 600 миллионов миль в час, то им бы потребовалось почти 2 миллиона лет, чтобы достичь Земли. Сэр Уильям Гершель в статье на тему «Сила телескопов для постижения пространства» утверждает, что своими мощными инструментами он обнаружил блестящее светило так далеко от Земли, что свет, который они излучают, не мог быть менее чем 1 миллион 900 тысяч лет в своем развитии. Доктор Сэмюэль Роуботом, ищущий астрономию, Земля не является шаром. Неподвижные звезды так называются потому, что в течение очень длительного периода заметного изменения в их относительном положении не происходит, и они являются лишь точками света настолько малыми, что самые мощные телескопы не могут увеличить их до размера дисков. Тем не менее, они считаются солнцами огромных размеров, отодвинутыми астрономами на необозримое расстояние от нас для признания и удобства их теорий. Альберт Смит. Морской земной шар и его чудовищные гипотетические движения.
НАСА даже утверждает, что отправила в космическое пространство несколько дистанционно управляемых летающих телескопов, таких как популярная камера Хаббл, передающая на Землю изобразительные доказательства обоснованности их модели. Эти фотографии Хаббла показывают, что блуждающие звезды на самом деле сферические, подобные Земле планеты, подобно тому, как все время утверждали гелиоцентристы. Снимки Хаббла показывают звезды такими же неподвижными далекими солнцами, триллионы миль от нас, как и утверждают гелиоцентристы. Эти фотографии и видео Хаббла, которые не отличаются от хорошего фотошопа или голливудской продукции, полностью подтверждают загипнотизированным гелиоцентристам истину утверждений НАСА и существование различных небесных явлений, которые только НАСА и их продвинутые камеры могут показать, как планеты, галактики, черные дыры, квазары и так далее. Однако при использовании самых передовых телескопов, не принадлежащих НАСА, неподвижные блуждающие звезды казались не более крошечных разноцветных точек света. Не может быть установлено, являются ли неподвижные звезды на самом деле далекими солнцами, или являются ли блуждающие звезды на самом деле планетами земного типа, или имеет ли любое из заявлений НАСА какое-либо основание, кроме их мнимых иллюстрированных доказательств, полученных мнимыми дистанционно управляемыми телескопами. Какие у нас есть доказательства, помимо НАСА, что звезды на самом деле являются далекими солнечными системами? Какие у нас есть доказательства, что планеты земного типа существуют в космосе? Это, безусловно, интересные и правдоподобные идеи, но нет абсолютно никаких весомых доказательств, подтверждающих их. На самом деле, если бы НАСА не вложило подобные идеи в их головы, то очень немногие люди, когда-либо смотря в ночное небо, пришли бы к выводу, что эти маленькие точки света размером с укол булавки являются подобными Земле объектами на расстоянии миллионов миль от нас или Солнцами на расстоянии триллионов миль, в комплекте с орбитами планет и лунами, совсем как наши. Единственной причиной, почему люди считают блуждающие звезды планетами, подобными Земле, а неподвижные звезды далекими Солнцами, является пропаганда НАСА. Планеты не являются твердыми, непрозрачными массами материи, как считается. Они просто нематериальные, светящиеся и прозрачные диски. Габриэль Генрит. Небо и Земля. С помощью телескопа на звездном своде, на небесных полях, на которые проникает свет, как в венчиках наших цветущих растений и в оксидах металлов, был обнаружен почти каждый тон призматического цвета между двумя крайностями преломляемости. Скопления вблизи Южного Креста – красный, зеленый, синий и голубовато-зеленый – появляются в больших телескопах как драгоценные камни разных цветов, как великолепные произведения ювелирного искусства. Александр фон Гумбольдт. Если все звезды являются далекими планетами или солнцами, как тогда получается, что часто наблюдаются различные феномены, в том числе звезды, меняющие цвет, интенсивность света, внезапное появление, исчезновение или быстрое перемещение из одного места в другое? Я наблюдал одиночные звезды, меняющие свои цвета, так же регулярно, как дискотечный шар. Другие проносились по небу и исчезали. И еще более странно, что однажды я наблюдал звезду, которая быстро промчалась прямо вверх по небу на пару секунд, а затем снова остановилась. Еще в конце 16 века, когда гелиоцентрическая теория начинала овладевать умами ничего не подозревающей общественности, датский астроном Тихо Браге превосходно выступал за геоцентричность, утверждая, что если Земля вращается по орбите вокруг Солнца, то изменения в относительном расположении звезд после 6 месяцев орбитального движения не могли остаться незамеченными. Звезды должны казаться раздвигающимися по мере приближения к ним и собирающимися вместе, когда мы удаляемся. Однако на самом деле после 190 миль движения по предполагаемой орбите вокруг Солнца ни один дюйм параллакса звезд не может быть обнаружен. Во времена Тихо Браги было сказано, что Земля вращается вокруг Солнца, но он утверждал, что если Земля вращается вокруг Солнца, то относительное положение звезд изменилось бы очень сильно, и это было бы легко замечено. Соответственно, эксперименты были проведены с интервалом 6 месяцев, и результат показал, что звезды были точно в таком же положении, которое они занимали 6 месяцев до того. А это доказывает, что Земля не движется вообще. Томас Уиншип, ищущая космогония. Если Земля находится в данной точке пространства, скажем, на 1 января, и в соответствии с современной наукой окажется на расстоянии 190 миллионов миль от этой точки через 6 месяцев, отсюда следует, что относительно положение и направление звезд сильно изменится, хотя угол параллакса может быть маленьким. Эти большие перемены нигде не видны и никогда не наблюдались. А это неопровержимо доказывает, что Земля находится в состоянии покоя, она не движется по орбите вокруг Солнца. Томас Уиншип, ищущая космогония.
Когда Тихо Браги продемонстрировал, что после 190 миллионов миль предполагаемой орбиты вокруг Солнца ни один дюйм параллакса не был обнаружен, гелиоцентристы отчаянно пытались исправить зияющую дыру в своей теории. Отодвинули свои гипотетические расстояния до звезд на триллионы миль, утверждая, что самое близкое Проксима Центавра находится на нелепом расстоянии в 25 триллионов миль, 40 триллионов километров. И таким образом все звезды оказались так удобно далеко, что никакого заметного параллакса не может быть обнаружено. Это подходящее объяснение, за которое гелиоцентристы с тех пор зацепились, оказалось удовлетворительным, чтобы заставить замолчать манипулируемые умы масс. Но до сих пор не в состоянии адекватно объяснить несколько вопросов. Наблюдением установлено, что звезды приходят к меридиану раньше Солнца на 4 минуты каждые 24 часа, принимая солнечное время в качестве стандарта. Это составляет 120 минут каждые 30 дней и 24 часа в год. Следовательно, все созвездия приходят раньше или опережают Солнце за это время. Это просто факт, так как это наблюдается в природе, но в теории круглой Земли и движения по осям и по орбите нет места для него. Видимая истина должна быть проигнорирована, потому что теория стоит на пути и не дает своим сторонникам ее понять. Доктор Сэмюэл Роботом, ищущий астрономия, Земля не является шаром. Значительно более миллиона земель потребовалось бы, чтобы составить тело, подобное Солнцу, как астрономы говорят нам, и более чем 53 тысячи Солнц потребовалось бы, чтобы заполнить кубическое содержимое звезды Вега. А Вега — это маленькая звезда, а существуют бесчисленные миллионы этих звезд. Это займет 30 миллионов лет, чтобы свет некоторых из этих звезд достиг нас, несясь со скоростью 12 миллионов миль в минуту, 19 миллионов 312 тысяч 80 километров в минуту. Как говорит мистер Проктор, «Я думаю, что средняя оценка возраста Земли будет 500 миллионов лет. Ее вес, — говорит тот же человек, — 6, и далее идет 21,0 тонн. Так как ни один человек не в состоянии осознать эти величины, то дарение их миру — это оскорбление и безобразие. И хотя все они произошли из одного предположения, что Земля является планетой, вместо того, чтобы отставить это предположение, они тянут его вниз тяжестью своего собственного абсурда и оставляют лежать в пыли доказательства того, что Земля не является шаром. Уильям Карпентер. 100 доказательств, что Земля не является шаром. С тех пор были проведены несколько экспериментов. Их осуществили известные ученые, такие как Альберт Майкельсон, Эдвард Морли, Джордж Эйри и Джордж Саньяк, доказавшие, что это звезды вращаются вокруг неподвижной Земли, а не наоборот. Неоспоримые результаты их экспериментов не опровергаются и даже не упоминаются в современных астрономических книгах. Скорее, им удобно держать это в тайне, чтобы любопытные умы не могли обнаружить ложь. Например, эксперименты, известные как «Неудача Эйри», так как им не удалось доказать гелиоцентричность, проводился с участием телескопа, наполненного водой, чтобы замедлить скорость света внутри. Обычно телескоп должен быть слегка наклонен, чтобы поймать свет звезд внизу оси трубы, предположительно из-за скорости вращения Земли вокруг Солнца. Эйри обнаружил, что на самом деле свет звезд уже падает под прямым углом, так что не было необходимости в каких-то изменениях. Это свидетельствует о том, что звезды движутся относительно неподвижной Земли, а не наоборот, потому что если бы телескоп двигался, то ему пришлось бы изменять угол. Все планеты, включая Солнце, вращаются вокруг Земли. Это обстоятельство нельзя отрицать, так как оно ясно видно невооруженным глазом или с помощью телескопа. В связи с этим можно сказать, что наука должна быть основана исключительно на наблюдениях, а не на предположениях, как дело обстоит с астрономией. Свидетельство чувств является единственным фактором, на котором могут и должны быть основаны выводы. Если планеты можно увидеть вращающимися вокруг Земли, то это является решающим фактором, что они вращаются таким образом. Считается, что это не так, и Земля с другими планетами вращается вокруг Солнца. Однако мы с удивлением отмечаем странный и определенно подозрительный факт, что эти планетарные движения не видны. Они не могут быть видимы, и все же они называются реальными. Как же тогда можно доказать существование этих движений и определить их скорость, если они невидимы? С другой стороны, существующие геоцентрические движения планет, которые можно увидеть и измерить, и которые, следовательно, представляют собой совершенно действующую систему, обречены как нереальные и мнимые. Можно, кстати, сделать наглядное замечание по этому вопросу. Почему астрономические таблицы, которые публикуются каждый год, подают так называемые видимые движения планет в зодиаке,
Зачем брать на себя труд расчета и записывать их, если они не являются реальными? Почему же нет никаких упоминаний о так называемых реальных движениях планет? Габриэль Генри. Небо и Земля. Доверяйте вашим глазам и вашим камерам. У них нет никаких причин, чтобы обманывать вас в том, что по ночам звезды ходят по кругу. Осознайте своим умом этот единственный факт, что круговые пути звезд, которые были сфотографированы тысячи раз, нельзя отрицать. Они должны быть объяснены учреждением теоретической науки. Все эти неподтвержденные утверждения, вращающаяся Земля и ее орбита, расстояние миллиарда световых лет до звезд, 15 миллиардов лет существования Вселенной, вся теория Большого Взрыва, вся предполагаемая эволюция Вселенной, Земли и человечества, то есть вся современная, основывающаяся на эволюции космология, контролирующая знания сегодня, все это полностью гибнет, если звезды делают то, что показывают камеры, а именно ходят вокруг Земли по ночам. Если вы можете, то просто отложите на несколько минут в сторону внушение Коперника, которое сопровождает такие картинки, и хорошенько рассмотрите эти фотографии, которые показывают, что действительно происходит каждую ночь. Вы видите то же, что и я? Я вижу все видимые звезды в северном небе, вращающиеся вокруг полярной звезды, совершая идеальные круги. Другими словами, я вижу, что все звезды, которые эти продолжительные фотосъемки зафиксировали, на самом деле вращаются вокруг той навигационной звезды, что Бог поместил для нас в северном полушарии. Маршал Холл. Размер и структура Вселенной. Мэтью Бойлан, бывший менеджер оперативной графики НАСА, работал в течение многих лет, создавая фотореалистичную компьютерную графику для НАСА. Теперь он активный сторонник плоской Земли. Бойлан утверждает, что единственной причиной существования НАСА является публичная пропаганда и продвижение ложной идеи шарообразной гелиоцентрической картины мира. Изначально взятый в штат из-за своих навыков и репутации гиперреалистичного мультимедийного художника, он начал делать такие проекты, как обработка фотошопом различных световых и атмосферных явлений на изображениях Земли, Луны, Юпитера, Европы и так далее. Он проявил себя и, желая содействовать его продвижению по службе для выполнения более секретных работ, компания вышестоящих управленцев НАСА во время вечеринки в форме инициативного обряда объяснили в деталях ему и еще нескольким другим реальность модели геоцентрической плоской Земли и то, как они одурачат весь мир. Отказываясь быть частью их обмана, Бойлан прервал свои связи с НАСА, начал исследовать плоскую Землю ради собственного интереса и в последнее время стал сильным спикером, проведя цикл лекций и разоблачая НАСА в интернете, обнажая их гелиоцентрический обман. В своих комедийных лекциях он откровенно и красноречиво говорит о том, как просто, не используя ничего, кроме Adobe Photoshop и видеоредактора, создать любой тип изображений, на которые НАСА претендует, как на полученные телескопом Хаббл. Он указывает на то, что в большинстве видео шарообразной Земли ленивые графические работники НАСА даже не утруждают себя изменением облачных структур в обычной или замедленной киносъемке. Та же форма, цвет и состояние облачности часто остается полностью неизменными в течение 24 часов, периодов и дольше. Бойлан недвусмысленно заявляет, что каждое изображение и видео земного шара, все десанты на Луну, Марс, существование орбитальных спутников, космических станций и все изображения Хаббла – это обман. Он даже рассказывает анекдоты о том, как сотрудники НАСА и астронавты, причастные к истине о плоской Земле, будут истерически смеяться над промытыми мозгами людей-зомби, которые беспрекословно верят своим телевизорам. Множественность миров основана на предположениях, противоречащих известным возможностям. Эта великая идея должна быть выброшена в мусорную корзину. Предполагаемое большое расстояние Солнца от Земли является основной причиной мании ученых считать обитаемыми так называемые миры над нами. Это расстояние основано на воображаемой идее вращения Земли вокруг Солнца, которая, как я уже показал, является очевидно ложной. Солнце – маленькое светящееся тело, находящееся недалеко от Земли, поэтому все расстояния до звезд не верны, а также их размеры и все другие предположения. Множество миров – это только логическое заключение из веры при условии, что Земля является быстро вращающимся шаром. Но было доказано, что это мнение крайне нелепо. Помимо теории, были представлены доказательства, которые полностью сводят на нет такое предположение и делают его абсурдным, показывая, что у такой неестественной идеи нет даже призрачного факта, чтобы ее поддержать. Поэтому грандиозное учение о множественности миров –
как и все другие великие доктрины современной астрономии, должно быть предано забвению. Когда действительно будет доказано, что этот мир является шаром, и по какому известному принципу жители могут находиться на качающемся мече, как мухи, ползающие по потолку, тогда будет достаточно много времени, чтобы говорить о множественности миров. Томас Уиджи, «Ищущая космогония».